О, наконец-то, ребят, мы с Машей уже идем в деревню. Всем привет, ребят, у меня Маркус. Мы сейчас возвращаемся с города. Вот, мы там расписывали, подписывали там мэру в городе, короче. Вот у нас бумага осталась. Сколько у тебя там бумаги У осталось? меня 25. Ага, у меня 20 бумаги. Ладно, пошли, давай, я сейчас к тебе домой уберу бумагу, а ты иди к себе домой, в общем. Так, убираем бумагу. Все, я у себя бумагу уже убрал. Ты убрала Давай. бумагу? Нет, я иду домой. У меня просто далекий путь дома. Давай, я тогда к тебе домой пойду. Давай, Так это у скорее. меня дома сложно забираться. Так, сделай лестницу, чтобы удобно было забираться. Получается, А ты мало сделай, чтоб... времени остается. Я дошел до твоего дома, даже О, у урон меня тут получу. изумруд один. Я знаю. Все, давай, короче, пошли уже. Сейчас. На работу к Так я дверь не фермерам уже. закрою, совсем закрою. Так, я, короче, пошел уже сейчас буду убирать огороды. Ага, мотыга. Ну все, я взял мотыгу. Теперь сейчас иду убирать огородики уже своим. Ой, блин, а что у меня с огородом? Что у меня здесь? Не знаю. Конечно, не знаешь, что это ты мне сломала. Надержи Маша, а морковку. что это такое там? Где Подавись это? со своей морковкой. Вот это что такое? Я не хочу давиться с А морковкой. придется, что это такое? Где? Привет, Покажи. жители. А что это такое здесь? Подожди. Что Здесь было? какие-то алмазы. Подожди. Это усиленные алмазы. Да не пинай меня. Жители, что Усиленно. здесь происходит, а? Ну, короче, мы хотели пойти в шахту, добыть там изумруды, алмазы, уголь, железо и все такое. Но там какие-то алмазы усиленные, и лазурит усиленный, и мы не можем пройти. Да, это очень странно. Подожди, я не могу. Ничего себе не ломается, как. Зато красиво. Так, жители, дайте прийти. Так, короче, мне нужна сейчас железная кирка моя и попробовать сломать. Ну все, кирку взял. Так, надо это все убрать отсюда. Ой, подождите, надо ее переложить вот так. И теперь осталось идти и попробовать это сломать. Хотя не уверен, что оно сломается, потому что и так еле алмазы ломается. Ничего себе, оно тяжело ломается. Давай, Маша, ломать, может быть... Нет, мне оно кажется не выпадет, Машень, бесполезно ломать. Мне оно кажется, оно не выпадет. Может попробуем этот лазурит усиленный сломать? Ну и что, он не выпадет зато. Не, не получается. Да не надо, оно не выпадет все равно. Надо какой-то путь другой найти. Как пройти, я не понимаю, здесь закрыто все. Жители, вы не знаете, как пройти? Нет, мы не знаем, что делать. Да и я не знаю. Может, оно нейзоритовое кирко сломается? У кого-то есть нейзоритовая кирка? Да откуда она у кого-то может быть? У нас даже алмазной нет. Ну да, блин. Что тогда делать? Я не знаю, как это Пакет сломать. молотков. Может быть, где-то землю подковырнуть, чтобы оно... а это что, Маша? Я здесь что-то Где нашел. это? Здесь какой-то проход. Ты Здесь что-то где? написано. Вход только для големов. Чего? Ты где? А ты сиди ко мне. Здесь написано вход только для големов. Ты где? Да ты слепая. Вот, давай сюда пройдем. Ага. Блин, там темно, ничего не вижу. Мне надо за факелами, короче. Тебя тоже Поздравляю. жду. Жди. У меня, конечно, нет факелов, но сейчас попробуем тогда взять вот здесь отсюда факела. Где-то они. Вот, отлично. Мне нужно... Ой, блин, случайно сломал. Так, мне надо вот здесь взять факел. Блин, много факелов не получится. Что у нас есть в деревне, то и берем. Так, вот факел еще есть. Давайте еще вот этот факел возьмем. Все, отлично, факелы мы взяли. Ой, я упал. Ладно. Теперь, короче, я, Маша, к тебе иду уже с Давай четырьмя быстрее, мне факелами. страшно. И теперь, короче, я не знаю, здесь написано почему-то. Короче, здесь написано почему-то вход только для големов. Для каких быстрее. големов? Так, давай спустимся сейчас. Ну, пока еще видно, а вот тут уже не видно. Так, и чё, куда оно ведён? Чё оно куда ведён? Здесь вода. А, это шахта же наша. Так, пройди. И чё? Где мы? Я не вижу ничего нормально. Ай, Ой. попросите-ка. Мне нужно Тихо, факел туда пост... не забирайся, там... А, тихо-тихо, уходим, уходим, Убери там голем. факел, ты... Убери факел сама. Иди убери факел, давай, убери его. Скорее, я уже спрятался. Давай, убери факел, там какие-то Убери. големы. Сейчас. Убери факел. Да ё-моё, давай я скорее уберу Давай, факел. Ты убери. ведь ничего не Я умеешь. подумаю.
Так. Я не могу факел. Тихо. Голема. Так, убираем факел. Ну нафиг, сваливаем отсюда. Нет, давай уплываем. Как отсюда? Куда? Так, давай я сейчас выкопаюсь. Уходим отсюда. Ребята, какие-то големы, я не знаю. Они какие-то не железные, какие-то другие. Ага. Давай их рассмотрим. Не надо выкапываться. Я видела, как у тебя было видео там... Как они? С алмазными, да, вроде? Да, но это не алмазные какие-то големы, это какие-то другие. А, это, ну? Это какие-то другие големы, Маша. Подожди. Подожди, а может я големам подойду, спрошу у них? Давай. Привет, големы. А что здесь происходит, големы? Что вы здесь в шахте делаете, а? Вы кто такие? Что вы здесь делаете? Как кто? Мы с Машей. И это Маша, это я, Маркус. А вы кто такие? Что вы здесь делаете? Ну-ка, пошли отсюда, пока мы вас не убили. Уходите. Не понял. Давайте сами уходите. Мы вас сейчас убьем. Быстро уходите. Да ладно. Все, Маша, пошли отсюда. Давай скажем жителям вообще, что мы там увидели. Давай. Может, они нам помогут или нет, я не знаю. У тебя кирка есть. Давай сейчас я выкопаюсь, и давай сейчас к жителям подойдем и скажем им. Отлично, все, мы выбрались, теперь надо срочно к жителям подойти. Жители, знаете, что там внутри, мы смогли пробраться, там другой ход был. Там написано было вход только для големов, короче. И там были големы какие-то. Какие големы? Железные? И что они там вообще забыли? Так что, я не знаю, что они там забыли, это не железные големы. И это какие-то странные, там каких-то на них были синие полоски какие-то, и вообще странно. Что, полоски синие? Это прокачанные алмазные големы, они вас не убили, не ранили? Хотели ранить, но мы ушли, они нас не ранили и не убили, короче. Понятно, жители, там капец, там были алмазные големы прокачанные, да? Это же они? Да, это алмазные прокачанные големы, как их убрать? Да я не знаю, жители, как их убрать, я вообще не понимаю. Может, с ними как-то подраться? Нет, с ними нельзя драться. Если это те алмазные големы тебя убивали с двух ударов, то эти тебя сразу убьют. Как сразу, жители? И что делать? Есть какие-то у вас предметы? Ну, у нас есть железные мечи, но они не помогут. Спроси у других жителей в деревне. Да, сейчас спрошу. Пошли, Маша, спросим у жителей. Вдруг у них в деревне что-то будет, какие-то оружия с ними победить. Давай, забираться и пошли в деревню. Сейчас у жителей спросим. Так, жители, так, но этот не надо. Ой, прости. О, вот, я нашел. Вот, житель. Подожди, а у тебя есть какие-то вещи? Есть ли какие-то вещи, житель? А зачем, какие вещи? Ну, алмазные мечи там, ну, короче, какие-то мечи есть у тебя мощные? А зачем они тебе нужны? Ну, просто там в шахте на нас алмазные прокачанные големы напали. Чего, я ничего не понимаю. Неважно, житель, просто дай мне мощные мечи, если у тебя есть. Да, у меня есть два меча, сейчас тебе их дам. О, спасибо, житель, здесь какой-то красный, какая-то штучка, и еще одна, как будто топор. Ладно, Маша, тебе какой дать, красный или зеленый? Красненький давай. Так, ну держи, короче, красный. Мне он все равно был не нужен, у него чуть-чуть меньше хп, он бьет. Ладно, теперь, короче, пошли и будем биться с теми алмазными прокачанными големами, короче. Зато у меня защиту он дает. Понял. Ну все, жители, мы, короче, сейчас пойдем биться с этими алмазными прокачанными големами. Плохо, что броню не дал он, житель. Ну, мечи есть, я не знаю, справимся ли мы. Хотя это даже какой-то топор. Ну да, чините. Хорошо, мы пошли. Давай я тебе дам тоже. Все, Маша, короче, пошли туда вниз. Аккуратненько, подожди, ой, куда вообще идти надо? Вот. А, да, я уже забыла, они здесь построили. Я не понимаю одного, знаешь что? Как они в это место протиснулись? Оно маленькое, или я ничего не понимаю. А может, они вот так боком шли? Да, они жирные. Ну, точнее, большие и мощные. Тихо, аккуратненько надо подойти к ним и попробовать ударить их. Я не знаю. Так, да, я не могу. Так, аккуратненько, давай ты первый ударишь, мне страшненько что-то. Потому что у меня есть еще защита. И что, они ничего не делают? Давай, бей их. Так, ну все, давай, бить их. И что, они ничего не делают? Странно. Ой, тебя убили? Что вы себе позволяете? Я тебя сейчас убью. А ну, голем, я тебя сейчас буду бить. Отлично, одного замочили. Бьем другого. Еще одного бьем. На тебе, голем. Нет, они вообще люто сильные. Блин, он меня с одного удара, этот голем, убил, Маша. Короче, они такие сильные, Маша. Алло, ты что, зависла?
Ты зависла? Да. Давай, отвисай уже, короче. Угу, сейчас. Там Ой. Ладно. Там, короче, Маша големы с одного удара убивают, понятно? Они такие сильные, как жители говорили, они с одного удара. Тян-тян, и меня не было уже. И меня тоже. Давай, ты когда уже отвиснешь? Я сейчас. О, наконец-то отвисла. Ну все, Маша, короче, пошли биться ты опять с големами. Все, давай, пошли. Я готов уже биться. А знаешь, когда у меня дает... Я кого-то бью, у меня дается сила. Ну, мне. Защита. Ударь меня, я хочу проверить силу. Ну, мне защита. Давай защиту, я хочу проверить, какая у тебя защита будет. Тихо, у меня одно хп с половиной. И не дает тебе защита. Подожди, нет. Дай мне отхилиться немного. Я могу тебя хелпануть. Все, пошли. А какой эти у меня два? У меня одно хп и второе с половинкой. Ты сейчас. Говорил то, что эта штука плохо бьет. А я не знал. Ай, я грохнулась. Ну все, блин. Ай-яй-яй, у меня одно хп. Давай ты сейчас подерешься, у меня одно хп. Во-во-во. Уже два хп, я не могу драться. Ой, боязка. Ну они меня с одного удара убьют, что мне идти? Да. Мне нечего. Давай, бей-бей-бей. Отходи, если он тебя будет бить. Я пока... Ну, я попробую ударить его, но они такие сильные, и они еще непонятно, как нападают вообще. Во, я его могу спокойно здесь бить, он вообще не нападает. Странные големы, конечно, эти. Немного туповатые, конечно, но ладно. Если мы тупые, мы тебя сейчас убьем, если подойдешь. Я его с одного раза ударю. Просто к нему... Ой, извини. Просто к нему не подходи, все, они спокойно бьются. Эти големы какие-то прокачанные, но они не нападают и... Я хотел сказать тупые, а они меня в этот момент убили. Ну ладно. Я тоже хотела сказать. Ну, не успела сказать, значит. Короче, пошли дальше их бить. Мы должны их победить. Сейчас и, ребят, и, кстати, я говорил тогда в том видео, что я отправлюсь в деревню големов алмазных, но так и не отправился, ребят, потому что эту деревню тяжело найти, она как будто скрыта. Но я постараюсь ее найти, если мы на этом видео наберем 5 лайков. Хоть на том видео мы и не набрали 5 ты лайков. Чё? Хоть мы на том и на видео не набрали 5 лайков, но все равно отправлюсь, если найду эту деревню. И меня убили. Ну, конечно, я его один раз ударил голема, и он меня... И все. Ну, ладно, я иду к тебе, короче. Давай. И главное, мы, ребят, не взял бомбы, хотя мог взять динамит там, но не совершал ошибки, как тогда, потому что тогда деревня у меня взорвалась, я взорвал ее. И чинить было дорого, поэтому не собираюсь. Мы просто попробуем замочить. Они что, такие сильные? И они тебя убили уже. Да, он ко мне подошел, он даже не... Он, знаешь, он не шевелит ногами, но идет как-то. Подожди, я здесь свет подключаю, чтобы видеть. Тихо, они же меня не будут бить големы, если я не буду их подходить. Ой. О, они реально меня не бьют. Сколько их здесь? Голем, тихо. Тихо. Бьем. Нет. Фух, у меня... Он меня не убил полностью. Нафиг этих големов. Хорошо-то у меня защита тут. Ага. Хорошая. Да. Ай, у меня он убил. Смотри, он меня как будто жопой убил. Он стоял задом и убил меня. Как это возможно? Читеры они какие-то. Читеры, что еще сказать? Он меня ударил, у меня 3 хп осталось. Да у тебя еще защита, у меня 2 хп осталось. Потому что у меня нет защиты никакой. Но зато у меня он хоть сильнее меч немного. А их там сколько вообще? Сколько их там? Да я не знаю сколько. Они там построили. Я думала, големы не такие умные. Они поставили здесь в шахте и сидят в засаде. Нет, нет. Он пошел на меня. Они как-то странно. То идут, то не идут, то вообще пожалуйста, на месте стоят. Спаси меня. На меня смотрят. Бей его, какая разница уже. Сейчас хп восстановится. Короче, я иду уже нападать. О, интуаки. Я его убила с одного раза, потому что ты мне помог. Понятно. Он помог и помог меня убить. Ладно, я, короче, уже здесь пришел. Теперь давай задом. Нет! Да нет! Ой, господи. Все, короче, давай, бьем. Нет, тихо, ой, я тебя случайно убил. Так, мне надо бить одного вот это убить. Я сколько? Я хотел кое-что сказать. Ну, я расскажу. И не надо. Ударю. Да потому что. Здесь вообще столько големов. Я не представляю, сколько их здесь. Я хотела... Да капец, сколько их здесь. Ай. У меня уже факела. Нет, да ну нафиг, иди отсюда. Тихо. Ай. Здесь еще крипер. Крипер. Да нафиг, крипер. Вот, я крипера замочил. Ой, слава богу, хотя бы крипер. Нет, кто меня ударил? Нет, я не знаю. Все, давай, бьем, на.
Отлично, я его замочил. Да сколько здесь этих големов, я не понимаю. На. Нет, одно хп с половиной. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я не могу так с этим жить. Ты что, вообще больно? Он тут брэнк-танц танцует. Понял, пусть танцует. Мне надо у каких-то жителей по... Мне нужна броня, короче. Где все жители? Это маленький вон. Голем? Отлично. Где житель? Что они все убегают? Жители. Да, подойди. Короче, житель, дай мне броню хоть какую-то, неважно. Просто дай броню и мне. Не, попроси у него. Какую вам броню смаш, я не знаю. Вы там големов бьете, нам житель рассказал. Да, дай мне нам какую-то броню, если у тебя есть. Ладно, у нас есть просто алмазная броня. Давай тогда нам алмазную броню. Да, хорошо. О, спасибо, житель, за броню. Все, я, короче, пошел. Времени нет. Так, одену, он уже две дал. Вот, отлично, сейчас себе броню возьму. Сколько там еще големов осталось? Два, Марик, помоги, они меня тут затащили. Ну не убили же. Сейчас я броню дам, короче. Помоги. Я иду к тебе уже. Броню. Там еще было темно, поэтому я факел поставил. Да, молодец. Я уже иду к тебе. Все, короче, Маша, держи броню. Вот, на тебе вот это. У меня вообще броня еще не сломалась. Я, короче, бью одного голема, все, убил его. Давай убивай вот этого голема. Голем, чего ты не нападаешь? Я не понимаю. Давай бей, големы какие-то странные, немного тупые. Хоть и здесь и закрылись блоками, но они какие-то тупые немного. Давай, тебе помог даже. Давай. Отлично, убила. Наконец-то, мы победили всех големов. Теперь, оно точно не выпадает? Давай попробуем. Вот, я ломаю, давай. Привет, житель. Она не выпала. Ладно, пока, житель. Короче, она не выпадает, просто так не ломай. Нам нужна другая вообще кирка. Потом, давай отсюда выходить уже, в общем. Так, по воде идем. Так, давай. Дай я первый выбор. Да, давай, у тебя блоки есть? У тебя блоков нет. У меня хоть три блока есть, давай. Что ты там выберешься, у тебя только... Так, отойди. Ой. Если что, телепортирую тебя. Отлично, я выбрался, сейчас я телепортирую. Так, я давай. Я не выбралась. Так, Машу куда? Ко мне. Все, отлично. Теперь пошли к жителям говорить, что мы победили всех големов. Жители, в общем, мы победили уже всех големов. О, господи, мы напугались. О, вы что, реально победили всех големов? Да, жители, вы могли видеть, короче, что я здесь был. Короче, этих големов было тяжеловато победить, но мы справились, жители, и мы молодцы, короче. Можете идти в шахту уже не бояться, только с другой стороны, потому что надо какую-то кирку покупать, чтобы это сломать. Ну, в общем, жители, идите в шахту, добывайте там все, а мы пойдем. Все, Маша, пошли. Это было даже нелегко, вот этот денек был. Возвращались в город жителей, а здесь такой, там алмазные големы были. Это были улучшенные алмазные големы, это капец было. Че ты меня бьешь? На. На. Ладно, ребят, не забывайте. Ладно, ребят, не забывайте ставить лайк, подписаться на канал, ставить колокольчик. Подожди! На! Короче, ребят, всем пока-пока!